Новости. 22 сентября, в предпоследнюю субботу сентября, Ставрополь и Ставропольский край встретят 241-ю годовщину. В этот день краевая столица превратится в большую музыкальную шкатулку. Во всех районах города будут выступать профессиональные музыкальные и вокальные коллективы, которые приехали из самых разных уголков страны. Поздравить Ставрополье и его столицу с днем рождения приедут и уличные артисты. Они также будут демонстрировать мастерство на разных площадках города. В этот день город Креста будет наполнен яркими, интересными мероприятиями, принять участие в которых приглашают всех жителей и гостей центра региона. Праздничная программа стартует с самого утра. С 9 утра на площади Ленина начнет работу выставка сельскохозяйственной техники, комбайны, трактора, сеялки, веялки. Можно будет залезть в кабину, сделать селфи на фоне трактора. Это вот сельскохозяйственная выставка. А напротив расположится выставка промышленных товаров, которые производятся в Ставропольском крае. Я уверен, вы приятно удивитесь, узнав, что такие известные бренды, известные товары производятся именно в нашем городе, именно в нашем крае. Нам есть чем гордиться. Приходите, вы убедитесь в этом сами. Поздравить ставропольцев с праздником приедут артисты из самых разных жанров. На Крепостной горе свои умения покажут канатоходцы из Дагестана и клоуны из Москвы. Традиционно выступит уже известный всем тысячный детский хор. А вечером состоится большой праздничный концерт, украшением которого станет звезда эстрады Сергей Лазарев, после выступления которого небо над краевой столицей осветят залпы салюта. Всех приглашаемся, ждем. Мы очень старались. Я надеюсь, что всем понравится. Анастасия Романова, Игорь Маслиев, АТВ «Ставрополь».